Всем привет, вы снова на моем канале. Сегодня у нас подошла очередная распаковочка новой игрушки. Это Звездные войны Джедай, Павший Орден. Мы проиграли. Империя выслеживает выживших джедаев. Кэл, они знают, кто ты. Прошлого не изменить. Убирайся, джедай. Но я устал прятаться. Кэл Кастис. Борьба — наш удел. Желание бороться делает нас теми, кто мы есть. Давно я хотел себе такую игрушечку прикупить. Она вышла в 2019 году в ноябре. Но была космически дорого стоила. Стоила больше 4000, 4,5, по-моему, стоила. Но я урвал сейчас, в данный момент, очень дешево, почти в два раза. Так что я очень-очень рад тому, что мне выпало такое счастье прикупить себе эту игрушку. Давайте ее распакуем. Надо найти, где вот распаковать. А вот она. Давайте ее распакуем. Посмотрим. Обожаю Звездные войны и Вселенную. Очень большая коллекция у меня комиксов по Звездным войнам. Вот такой вот диск. Вот принта. Нету. Вот на самой коробочке обычно бывают принты на коробке. Ну и так тут всякий мануал. Играется лучше, игры. Вот. Ничего тут больше такого-то и нет. Вот. Но, как я слышал по отзывам и по роликам, игра должна быть просто классная. Потрясающая графика, потрясающие события. Все по Звездным войнам. Вся эта игра создана по мотивам Звездным войнам, не отходит от оригиналов. Так что я надеюсь, мне очень понравится. Надеюсь, понравится и вам. Буду стримить эту данную игрушку. Посмотрим с вами. Вот, а на сегодня все. Давайте забегайте на стрим. Может быть, завтра я буду в нее играть. Завтра или послезавтра точно мы с вами в нее поиграем и посмотрим, оценим. Кстати, игрушка 16+. Для детей старше 16+. Полностью на русском языке, но там субтитры, по-моему, там не переводится голос, а субтитрами. Ну, посмотрим, оценим. До завтра. Пока. И да пребудет с вами сил. Trust only in the force.